Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Мы с Ольгой Свердлиной в эфире. И замахнулись на очень серьезную тему, как мне кажется. Ты знаешь, эта серьезная тема будет жить с нами или без нас. Она серьезная до нас была, она с нами серьезная и будет серьезной темой. Это тема, которая позволяет на сегодняшний день человечеству человечить, жить. Жить, безусловно. Жить. Да. Не будет этой темы, не будет человечества. Поэтому в этой теме хорошо было бы разбираться. Но вот сколько существует человечество, столько оно пытается разобраться в этой теме, пока до конечного результата очень далеко. Мы только подбираемся к чему-то очень важному, и все ожидаем огромного прорыва в этой теме. Но во всяком случае, на сегодняшний день многие такие словосочетания, которые раньше казались прогрессивными, как стимуляция иммунитета или иммуномодуляторы, или дайте нам что-нибудь повысить иммунитет, на сегодняшний день для специалистов это режет ухо. И как-то... Но иммунитет никто не отменял. Боже упаси, конечно. И иммунную, вот, невозможно. иммунную систему отменить невозможно, нет. Правда? Мы говорим просто, что... Можно снять наушники, да. Мы друг друга слышим. Да. Мы говорим о том, что мы продвигаемся в изучении биологических моделей заболеваний, развития болезни, истоков болезни, течения болезни, почему происходят эти заболевания, почему в некоторых случаях наша иммунная система справляется, в других она не справляется, начинает действовать агрессивно против самого человека. Очень много вопросов, больше, чем ответов. Тема нашей передачи сегодня – это то хорошее, что мы получаем от нашего иммунитета, от иммунной системы, и то плохое, что мы можем получить, если мы неправильно пользуемся нашей иммунной системой. Не так ли? Да, в этом можно наша сформулировать тема. Именно так. Именно так. То есть любым инструментом в нашей жизни надо уметь пользоваться. Если мы чем-то не умеем пользоваться, лучше не брать в руки этот инструмент. Если мы не умеем пользоваться нашей иммунной системой, мы можем себе нанести вред, не так ли? С другой стороны, если мы не будем поддерживать иммунную систему, мы тоже нанесем себе вред. Я правильно понимаю этот вопрос? Сереж, смотри, понятие здоровья, оно очень такое сложное в современном понимании как врачей, как биологов, как физиков и так далее. К сожалению, я вспоминаю себя на первом курсе института, когда я слушала лекции по биохимии, меня приводило в восторг такое ощущение, что, Господи, вот надо хорошо знать биохимию, все процессы, которые происходят в организме, и тогда можно очень легко лечить. Но почему-то с этим желанием легко лечить мы сталкиваемся с огромными сложностями, несмотря на то, что вроде бы и биохимия дала уже огромные результаты, и физика помогающая и так далее. Но случилось так, что эти науки, которые должны идти под руку друг с другом в изучении болезни и возможности лечения и вообще организмов, они разошлись в разные стороны. Вот биология сама по себе, микробиология, биохимия, физика, и все со своих сторон начинали объяснять определенные процессы, которые происходят в живых организмах. И, конечно же, все каждый по-своему. И каждый по-своему, да. И никак не интегрировалось это все в какое-то объединенное понятие, какой-то определенной одной теории болезни, здоровья. Вот. И, конечно, когда стали происходить такие глубокие изучения, которые стали расширять наши знания о нашей иммунной системе. О иммунной системе, да. С помощью которой мы пытались как объяснить развитие болезни, и также помочь лечить эти болезни. И оказалось, что не так все просто. Если раньше на слуху было такое, вот слабый иммунитет, поэтому человек болеет, надо повысить иммунитет. Но вдруг, когда мы пытались повышать этот иммунитет, мы сталкивались с тем, что заболевания, которые бы... Можно было преодолеть, обойти. Просто... Они вдруг начинали каскадно развиваться таким тяжелейшим образом.
и невозможно было на них воздействовать тем вроде бы логически диктуемым нам понятием, что надо усилить активацию иммунной системы. Может быть, назначить какие-то иммуномодуляторы и так далее, но эффекты получались совсем другие. Причем это наблюдалось как в кардиологии, в онкологии. И в тех теориях изучения старения организма тоже появились такие вещи, которые невозможно было объяснить просто. Нельзя говорить, а какую часть иммунной системы надо стимулировать для того, чтобы преодолеть вот это заболевание вирусное и так далее. Не говоря уже о том, что мы живем в таком огромном потоке различных лекций, вот в этой комнате какое количество вирусов находится? Миллиарды. Миллиарды. Но мы же не болеем всякий раз. То есть наша иммунная система имеет, наша иммунная работает, система функционирует, да. Иначе бы мы уже не жили бы. Совершенно среди верно. Этих миллиардов микроорганизмов, правда? Да. Но вот смотрите, на теории ВИЧ-инфекции существует вирус в организме, но он не распространяется дальше, не расходится. Онкология, которая пыталась объяснить слабость иммунной системы развития заболевания онкологического и попытаться активизировать ее, получила иногда обратные результаты. Какой же обратный результат? Обратный результат, когда активизировались, вдруг появилась активность роста опухолей, проявлялись опухоли или увеличивалась, давала метастазирование. Оказывается, что вот эти процессы, они лежат как бы между двумя очень важными вещами, между воспалением и фоновой активацией иммунитета. Так вот, эта средняя часть, которую открыли недавно, и появилась эта теория иммунной активации. Иммуноактивация, которая может быть хронической и приводить к тяжелым последствиям. То есть, если просто объяснить, встречает организм какой-то вирус. А ведь у нас живет масса каких-то микробов, вирусов и так далее. Но они живут спокойно до определенного времени, пока их кто-то не активизирует. И вот этот процесс активизации, такой триггер, который заставляет вдруг проявиться этой болезни, он говорит о том, что какие-то механизмы не сработали на защите, и сила, воздействующая на организм, была превышающей возможности. И она вызвала активацию иммунной системы, иммуноактивацию, которая каскадно стала усиливать развитие болезни. То есть также проходит накопление лимфоцитов, лейкоцитов в местах, где проникает вирус или какой-то микроб. Вот. И вроде бы после активного момента это должно все утихнуть, но почему-то в результате чего-то это не утихает. И происходит продолжение этого заболевания и усиление качества и проявлений. Вот эта интересная теория иммуноактивации, которой сейчас очень многие озадачены, которые развивают, ищут способы доказательности этой теории, приводят массу примеров. Но до конца вот объяснить все-таки пока еще не удается. То есть мы находимся в процессе изучения очень важного момента, механизма, да. Развития защиты организма, защиты от окружающих опасностей. Даже вот как правильно вести себя врачу, то есть когда у нас появляются хоть какие-то новые знания, мы пытаемся их сразу же перевести в степень теоретических и терапевтических возможностей. Из теоретических, да. практических. Практически, как можно лечить, то есть мы что-то узнали, теперь нужно взять и полечить. Но в результате того, что мы узнали, оказывается недостаточно знания, которое мы получили, мы воздействуем, мы получаем отрицательный эффект. Не всегда будет правильный. Не всегда будет правильный, да. И вот казалось бы, раньше, что можно было говорить, обобщая общие механизмы развития таких заболеваний, как атеросклероз, например, или онкологические заболевания, или старение. А вот с помощью теории иммуноактивации мы сейчас вправе говорить о том, что есть такие важные механизмы, очень сложные, сложно еще объяснимые, которые приводят к таким тяжелым последствиям. Ведь не все болеют. Мы знаем, что в раннем молодом возрасте намного меньше людей страдают тяжелыми заболеваниями, системными, как мы их называем, аутоиммунными заболеваниями. Но с возрастом, когда идет накопление каких-то токсических
проблем в организме. Токсических, это в кавычках. Кавычках. Ну, только в кавычках. Не в том понимании, как мы понимаем, токсично, это значит, что мы дышим или принимаем вовнутрь какие-то отравляющие вещества, которые накапливаются. Конечно, мы говорим о том, что происходят какие-то сбои. Просто накопления. Накопления, да, в результате перенесенных заболеваний, применяемых лекарственных препаратов, которые имеют какие-то воздействия отрицательные. Вот. Мы уже говорили, что если говорить о гомеопатии, в которой присутствует очень интересная теория гомотоксикоза, накопления токсических остатков непереработанных в организме в результате нарушений обменных процессов, метаболизма, и которые мы с помощью определенных препаратов стараемся как бы вернуть на более ранние этапы, убрать эти токсические накопления. И вот мне, как врачу-гомеопату, кажется, что на современной теории иммуноактивации понятие гомеопатической терапии должно быть более понятным и более объяснимым, что это лечение не дает таких побочных эффектов или такой патологической активации иммунной системы, которая продолжает активно выделять гораздо больше нужных веществ защиты, которые затем превращаются в агрессоров собственного организма. И происходят такие вот тяжелые заболевания. Ну, я бы сказала, что я с большой осторожностью проговариваю все эти моменты для того, чтобы, так сказать, очень сложная система иммунная, которая у нас существует, и много теорий, которые пытаются объяснить все. Но вот мне как-то очень интересно стала эта теория, которая представлена Леонидом Маргулисом и кафедрой Второго стоматологического института. Там работает доктор-профессор Васильева, который занимается вот этой разработкой теории иммуноактивации. Во всяком случае, с точки зрения этой теории, гораздо более понятны те срывы и те невозможности помощи, которые мы не можем привнести людям, которые страдают тяжелыми хроническими аутоиммунными заболеваниями. То есть в данной ситуации, работая с иммунной системой и активируя ее, можно навредить. Можно, да? Навредить, потому то что есть иногда... Вот это вот принцип «не навреди», он здесь может быть нарушен, да? Да, совершенно. Ты хочешь верно. Сделать лучше, получается, как часто получается, не так, как хочется, да? Можно навредить. Можно навредить, потому что вот непонятно, когда начинается болезнь, с какого момента вот это накопление иммуноактивации становится тем порогом начала болезни, и как предотвратить это, как помочь, вот этот момент очень сложный. Вот смотри, мы знаем, что когда-то проводились такие испытания на животных, на собаках, да, резус отрицательные макаки были, которых заражали определенным вирусом, похожим на ВИЧ-инфекции. И были те макаки, которые воспринимали это заболевание и болели. А были те макаки, которые вроде не воспринимали и не болели. И непонятно, а вирус у них был. То есть они, казалось бы, они не инфицированы. Нет, они инфицированы. Но почему-то у них этот вирус молчит. И их иммунная система не находится в состоянии иммуноактивации. Она как бы спит и не видит, и пропускает, и не обращает внимания на этих возбудителей. И это идет во благо. Так вот, есть вещи, которые на сегодняшний день рассматриваются как бы с обратной стороны. Вот опухоль, когда клетка, которая активизирована, начинает выделять определенные вещества, вакуоли, которые начинают двигаться, активировать те клетки, которые не активированы, происходит такой каскад активации, и потом происходит, как бы, например, опухолевую клетку надо питать. Опухоль надо питать. Она происходит должна питаться. Она ищет способы, как покормиться. И что она вот за счет этой активации избыточной происходит прорастание сосудов в опухоль, которые привносят туда питательные вещества. То есть мы активируем иммунную систему, а фактически получается, что мы параллельно активируем и саму опухоль.
и они начинают сталкиваться друг с другом, и не всегда, не всегда побеждает иммунная система. Мы говорим о том, что вот это среднее между сильным воспалением и фоновой иммунизацией, золотая серединка. Не золотая серединка, а вот это сложный какой-то процесс, который происходит, и мы говорим, что наступает иммуноактивация тех процессов, которые ведут к усложнению ответа организма на какой-то патологический фактор. Как воздействовать? Ну, сейчас существует масса научных возможностей, совершенно поменялись технические возможности, и больше как-то соприкосновение физиков, химиков в эту проблему включено, и ищут все возможности, как же научиться правильно научить иммунную нашу систему пропускать мимо себя то, что вещи, она должна пропустить. Да, то, что должна пропустить. И отвечать только на то, что она может побороть и привести к выздоровлению. То есть... И при этом мы все разные, люди разные, поэтому для них лекарство или воздействие на иммунную систему приводит к положительному результату, на других к отрицательному. Одно и то же воздействие. И да, тому пример этот сегодняшний коронавирус, COVID-19, когда болеют сотни тысяч, а не болеют, заражены сотни тысяч, а болеют только тысячи, умирают единицы. Да, совершенно верно. Мы говорим о том, что все очень по-разному, все считывается по-разному и проявляет себя по-разному. И, конечно, в плане коронавируса мы видим, что, да, огромное количество людей переносит бессимптомно коронавирус. То есть у них работает иммунная система, что она как бы не отвечает избыточной гиперактивностью на внедрение этого вируса. Она справляется с ним как-то вот... По-свойски. По-свойски, да. А у других это происходит... Какой-то такой термин не очень научный. Не очень, да. Но вот, а у других происходит такой тотальный... ужасный период воздействия, когда происходит совершенно поломка возможностей защиты в организме, и люди страдают. Очень тяжело. Очень тяжело. Тяжело, да. Иногда смертельно. Скажи, Ольга, но при всем том, что мы вот услышали от тебя, что с иммунной системой надо быть очень аккуратным, нельзя пережимать, перегибать палку, нельзя не догибать палку, что надо быть строго в серединке, где иммунная система продолжает работать, но не перерабатывает, не делает нам вреда организму. И как есть такой прибор, который покажет, где мы должны остановиться в тот момент, когда стимулируя систему? Ведь не достимулировать ее тоже нельзя. В идеале, мне так кажется, что каждому нужно было бы определять его иммунный статус. Возможность. Возможность, да. Но, наверное, это очень дорогостоящий, очень сложный подход, который невозможен, наверное, для всех абсолютно. И мы эти вещи употребляем только тогда, когда мы со сложными заболеваниями сталкиваемся, и находится человек в больнице, и это нужно делать. Вот. Но у меня как врача, детского врача особенно, сложилось устойчивое совершенно мнение, что все здоровье закладывается в детстве, в период беременности, рождения и детства. И, конечно, уровень культуры, уровень понимания, насколько важно вести здоровый образ жизни. Что я под этим подразумеваю? Это без избытка употреблять те продукты, которые нам необходимы, без избытка. Не злоупотреблять сахаром и так далее. У нас очень много вещей пущено на такой самоотек, и очень много родителей, воспитывая своих детей, с детства как-то этому не так активно уделяют внимание и позволяют детям есть все, что им захочется. И вообще и во время беременности, и после беременности, при кормлении грудью. Ну, и мы сталкиваемся с такими моментами, как это расширение поражения аллергическими какими-то заболеваниями, атопические дерматиты, астматические состояния, аллергические риниты и так далее, и так далее.
Вот, и мы видим, я вижу как врач-гомеопат, когда мы регулируем эти процессы, когда мы возвращаем на правильное питание, убираем избыток давления, давление, избыточное давление на поджелудочную, на кишечник и так далее, мы как бы возвращаем ребенка к нормальному состоянию, возвращаем ему здоровое состояние. И дальше, если родители, приняв эти уроки, продолжают правильно вести линию жизни этого ребенка, то мы видим, что эти дети не перестают болеть, они не болеют. И поэтому и дальше. Сейчас, конечно, очень многие уделяют гораздо больше внимания питанию, здоровому образу жизни, нагрузкам физическим определенным и так далее. Все это помогает устойчивости в этом мире и снижению уровня заболеваемости, конечно же, да. Поэтому я считаю, что, конечно, можно регулировать свой иммунитет, но смотри, не иммуностимулирующими препаратами. Это просто немножко звучит на сегодняшний день как-то не совсем правильно. А именно вот правильной организацией своего быта, своей жизни, своего питания и так далее. Я понимаю под иммуностимуляцией, что мы добираем от природы или от химического производства, фармакологического производства то, чего нам не хватает. Совершенно верно. Ну, и вот если мы добираем только то, что нам не хватает, но мы в этом нуждаемся, то это правильная иммуностимуляция. Это помогает. Это помогает, если мы перебираем. Вот то перебор это очень сложная да. вещь. То есть я очень часто, когда меня спрашивают, что я думаю по поводу питания, я и ты знаешь эту мою концепцию, да, что нет вредной еды, есть ее вредное количество. Да, я соглашусь с тобой. Это да. правильно. То есть я, когда рассказываю, что цианистый калий это одно из самых мощных ядовитых средств, это отрава номер один, да, да, такой жесткий пример. В правильном количестве, в микроколичествах она является витамином. То есть даже цианистый калий тоже может быть полезен нашему организму. То есть я возвращаюсь, нет вредной еды, есть ее вредное количество. Ну вот гомеопатия, кстати, в этом плане как раз именно то, о чем мы говорим. Очень много используется в гомеопатии тех веществ, которые в больших количествах или в больших дозировках могут вызывать токсические какие-то изменения или подобие болезни, которые мы лечим потом малыми дозами этого препарата. То есть подобное лечу подобным. Само понятие гомеопатии. Внутри гомеопатии да. есть да. законы лечения да. отравляющими дозами, веществами. Малыми, да. Есть в больших дозах то, что вызывает токсическое состояние. Ну, такой классический пример, который на слуху, это белладонна, которая вызывает высокую температуру, покраснение кожи, токсическое состояние, там, такой вид воспаления, боль в горле и так далее. Но в маленьких дозировках та же самая белладонна помогает снизить температуру, убрать воспаление, убрать боль в горле и так далее. И много других препаратов из чеснока, из лука. В гомеопатии присутствуют такие препараты. Из ромашки, из календулы, из чистотила. То есть очень много долго можно перечислять. Да, энциклопедию да, 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 да. Вот. И очень часто вопрос такой, что вы можете посоветовать из гомеопатии для стимуляции иммунной системы? Я все время говорю, что гомеопатия не назначается для профилактики. Это неправильно. Гомеопатическое сопровождение, оно назначается вот помочь в плане профилактики, могут так называемые конституциональные средства. Все это должен решать врач непосредственно, когда он смотрит своего пациента, когда он оценивает уровень его возможностей организма, как строит план его оздоровления и так далее. То есть нельзя вот так сходу взять и сказать, ну вот принимайте, допустим, хамомилу, или принимайте пульсатилу, или принимайте что-то, и все у вас будет замечательно. Такого нет. Я бы от такого, такой рекомендации бы отказалась категорически. Сбежала бы. Да. Скажи, но многие страдают действительно тем, что они заболевают очень часто,
И это, вот это подсказывает о том, что с иммунной системой у этих людей не все в порядке. Смотрите, не только с иммунной системой, Сережа, мы говорим о том, что все-таки существует масса вещей, которые врач должен проанализировать для того, чтобы понять, почему же человек часто, особенно если это касается ребенка, почему этот ребенок часто болеет, почему так случилось. И я в этом смысле привожу такой пример, что у меня была пациентка, которую я наблюдала с рождения до двухлетнего возраста. Это был замечательный, жизнерадостный, замечательный ребенок, который не болел благодаря тому, что он так вот наблюдался и велся, не получал антибиотики, ни разу не было никаких срывов и так далее. И вот ребенок пошел в детский сад. И в детском саду через какое-то время я увидела этого ребенка, который стал совершенно такой жизнерадостный, не такой активный, как был раньше, не такой улыбчивый. И он начал болеть. И результатом его частых заболеваний, я в конце концов должна была сказать: маме, пожалуйста, посмотрите, что происходит в детском саду. Может, вам стоит поменять детский сад? И я оказалась права. И после того, как поменяли детский сад, изменилось окружение, атмосфера, ребенок вернулся к себе. Понимаете, поэтому мы говорим о множестве факторов, которые могут привести к болезни. Психологический фактор для многих является запускающим механизмом. То есть нарушение эмоционального тонуса, наличие каких-то таких депрессивных воздействий, которые вызывают отрицательные эмоции. Эти эмоции могут хронизироваться, нет выхода из каких-то ситуаций и так далее. Это касается не только детей. У взрослых это даже чаще может проявляться. У детей, может быть, меньше обращают на это внимание иногда, хотя это совершенно неправильно, потому что детская психология, она очень сложная, и дети реагируют очень эмоционально на многие вещи, и тоже приходят в состояние хронической депрессии, неврозов и так далее. Не надо это объяснять, все это есть. И очень важно видеть эти вещи и понимать, что есть то, что связано с непосредственным нарушением иммунитета, который произошел в результате воздействия какого-то вируса, бактерии, вызвали тяжелое заболевание, применение препаратов, которые могут подавлять иммунную систему, антибиотики тяжелые, которые могут давать последствия, или частое применение препаратов от температуры, вот такие как нурофен, ибупрофен, новомоль и так далее, у них же есть тяжелые последствия. То есть я повторяю, нет вредных питательных веществ, есть вредное количество. Да? Любое злоупотребление может вызвать отрицательный эффект. Или это не понятно, по месту. Да. Употребление не по месту. Это все равно злоупотребление. Да. То есть все остается старыми, древними принципами, которые заложены в правила медицины и в гомеопатии. В медицину вообще. Первое – это не навреди. И самое главное, чтобы быть здоровым, надо хотеть быть здоровым и так организовывать себя, свой быт, чтобы быть здоровым. 100%. С этим я подписываюсь под каждым словом твоим. Что я часто говорю, что человек, который считает себя молодым и здоровым, у него в 1000 раз больше шансов быть молодым и здоровым, чем человек, который считает себя старым и больным. Совершенно верно. Да. Скажи мне, но в общем-то остаться без иммунной системы или с неработающей иммунной системой, это намного страшнее, чем вдруг получить какую-то более мощную иммунную систему, или я не прав? Остаться с неработающей, с загнивающей, затухающей иммунной системой, это тяжелее, это хуже, чем если иммунная система будет активирована больше, чем надо. Или я ошибаюсь? Нет, когда она будет активирована больше, чем надо, это тоже с избытком, это очень плохо, конечно. Мы как раз и говорили в самом начале, что иммуноактивация, да, это как раз та система, активация иммунной системы, которая влечет за собой избыточное, чрезмерное производство тех клеток, тех веществ, которые участвуют как бы в процессе воспалительном, и они не заканчивают
воспалительный процесс выздоровления, они продолжают активизировать настолько иммунную систему, что происходит состояние вот постоянного такого накала, как бы гиперактивного ответа. Скажи мне, пожалуйста, когда мы говорим о хорошо работающей иммунной системе, мы очень часто имеем в виду тех людей, которые ведут правильный, здоровый образ жизни. Они правильно питаются, они много бывают на свежем воздухе, они занимаются спортом, не спортом, но подвижным образом жизни. У них подвижный образ жизни. Не злоупотребляют медицинскими лекарственными препаратами. Не злоупотребляют алкоголем, не злоупотребляют пенициллином, не злоупотребляют курением. Ничего. Они ведут правильный образ жизни. Но я знаком со многими людьми, которые вели правильный образ жизни и умерли. Вот мы и говорим о том, что на сегодняшний день очень сложная задача стоит перед нашими учеными вот, открыть механизмы, почему происходит гиперактивация, почему происходит вот эта вот иммунная активация. Или гипо. Гипоактивация немножко не так. Да, на сегодняшний день доказывают так, что если иммунная система не отвечает, вот мы же сидим, не отвечает наша иммунная система на то, что находится сейчас в этой комнате какой-то страшный возбудитель или что-то. Вот пропускает она, ведет себя спокойно. Мы говорим, что есть факторы, воздействующие в положительном плане, в отрицательном плане. Много можно говорить на эту тему, но вопрос, как правильно реагирует иммунная система и как правильно управлять этой активной реакцией иммунной системы на какие-либо вызовы, которые предоставляет ей внешняя среда. Вот и сейчас все ученые работают как раз над этим, потому что в этом лежит залог правильного подхода к пониманию болезни и к пониманию, как правильно сделать так, чтобы человек не болел тяжелыми инвалидизирующими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, чтобы мы могли решать эту проблему. Поэтому я жду, например, прорыва в микробиологии, в биологии, в биохимии, в биофизике в этом направлении и в более глубоком понимании, как же работает иммунная система. Потому что на сегодняшний день относительно того, что было 20 лет, 30 назад, говорилось об иммунной системе, что говорится на сегодняшний день, есть большая разница. Я так думаю, что в наше время, когда все развивается с какой-то бешеной скоростью, с каким-то невозможно воспринимать ускорением, которое мы не в состоянии даже понимать и воспринимать, может, ты и права, что скоро появится такая новая теория, которая возьмет в руки нашу иммунную систему и через иммунотерапию будет воздействовать на наше здоровье. Сегодня иммунотерапия, появился термин такой в медицине, он достаточно популярный. Кстати говоря, та вакцинация, которая нам предстоит для того, чтобы мы не заболели COVID-19, коронавирусом, это тоже иммунотерапия, да? Принцип иммунотерапии, который заложен в прививочный процесс, он известен. Известен, конечно. Это принцип, когда малые дозы возбудителя вводятся в организм, вызывают реакцию, да, иммунная система запоминает этот возбудитель, затем она может с ним бороться. При встрече она активизируется и подавляет. Или, во всяком случае, мы все время оговариваемся, что если привитой человек может не только не заболеть, но привитые люди могут заболеть заболеванием, но это заболевание будет протекать в более легкой форме, не в такой тяжелой, как если бы он заболел, не привитой. Здесь опять-таки надо искать золотую серединку. Я знаком с людьми, которые говорят: я никогда в жизни не пойду, не соглашусь на прививку, потому что эта прививка, в общем-то, меня заразит болезнью, я не знаю, как она будет протекать. А шансы того, что я вообще никогда не заражусь и не заболею, достаточно велики. То есть для чего я должна рисковать или должен рисковать, подставив себя под эту прививку, когда я могу, в принципе, пересидеть дома, не будучи привитым, и не заболеть никогда?
Ну, смотрите, мы говорим всегда, что в медицине очень важен индивидуальный подход. Если бы мы составляли такие иммунные паспорта, как бы определяющие уровень возможностей нашей иммунной системы, возможно, какой-то процент людей бы отсеялся от обязательного прививания. На сегодняшний день есть только люди, которые в силу определенных заболеваний не подлежат иммунизации, вакцинации, потому что это может вызвать у них ухудшение их состояния. Мы говорим о том, что некоторые пациенты переносят вакцинацию не совсем хорошо, бывают побочные эффекты, и иногда это бывает очень сложные, тяжелые, что еще раз говорит о том, что, видимо, там происходит как раз вот эта вот иммуноактивация, которая дает каскадный наплыв тяжелых последствий, и иммунная система как бы не справляется, наоборот, проявляет свою агрессивность по отношению к собственному организму. Но из двух зол выбирают меньшее, поэтому мы вспоминаем о том, что раньше у нас была огромная заболеваемость на территории, допустим, бывшего Советского Союза туберкулезом. В 1961 году, благодаря иммунизации практически всего населения Советского Союза, я не говорю, что там была вакцинация туберкулеза, дала возможность с болезнью все-таки справиться, ее минимизировать и ограничить. Что мы видим сейчас, после того, как большое количество людей нарушило принцип эпидемиологического закона, когда нужно было этих больных, допустим, обязательно в советский период времени туберкулезные больные находились в закрытых учреждениях до года. Затем они проходили период реабилитации 6-месячный в санаториях. То есть государство занималось, была государственная политика на это направлена. С развалом Советского Союза мы видели, что во многих постсоветских республиках появился резкий рост заболевания туберкулезом, другими заболеваниями и так далее. Поэтому иммунная система, она на сегодняшний день, все-таки мы говорим о регуляции через иммунную систему уровня заболеваемости с помощью специальных методов воздействия на иммунную систему в виде прививок. Второе, мы говорим, что уровень жизни, качество жизни помогает нам бороться с высокой заболеваемостью. Каждому индивидуально. Каждому индивидуально, да. Вот. Человеку, и конечно же, очень важно, системы, да, он своим образом жизни может поддерживать ее на должном конечно, уровне. Конечно, если бы большая часть работы врачей была направлена на профилактику, то, что было раньше в советское время, да, мы занимались очень активно профилактической работой, пропагандой, велись тогда очень активные эти вещи. И уровень эмоционального здоровья был немножко лучше, чем в период распада, да, союза и так далее. Мы видим, что увеличилось количество онкозаболеваний, увеличилось, возросло количество заболеваний, системных заболеваний, заболеваний крови, лейкозов и так далее, сложных вирусных заболеваний. Значит, мы связываем, что социальные условия, они тоже влияют на иммунную систему или на возможности защиты организма от каких-то заболеваний и потрясений. То есть мы говорим, что система здоровья – это система сложных, интегральных, взаимосвязанных между собой воздействий инвитро, инвиво на организм наш, то есть внешних и внутренних воздействий. И результат, который мы хотим все время получить, это, конечно, постоянное, хорошее состояние без инвалидизирующих заболеваний на длительный срок. В настоящее время и старость у нас отодвинулась у многих. Мы говорим, что люди в 70 лет активны, в 80 лет активны работающие, в 90 лет активны, ведущие активный возраст жизни. С чем это связано? Конечно, с более глубокими знаниями и с более улучшенными подходами к поддержанию здоровья. Я в этом плане все имею в виду. То есть это и вакцинация, это и употребление препаратов, которые помогают улучшать метаболизм
в организме, снижают нагрузки на поджелудочную железу, кишечник, введение пробиотиков, правила введения. Ты остаешься гомеопатом, поэтому ты об этом говоришь. Ты сказала интересную такую вещь, что вот с развалом Советского Союза, когда, в общем-то, понизилось качество медицинского обслуживания, когда ухудшилось состояние фармакологической промышленности, когда усилились какие-то прессинги на человека, когда появилась невозможность спрогнозировать завтрашний день, вот у человека появились какие-то там дополнительные заболевания, заболевания, которых не было раньше в Советском Союзе. Но при этом это эти не люди... Но не в таком количестве, не в таком, как бы пандемическом понятии, что онкология стала просто пандемией. Да, но не только там. Но при этом средний возраст жизни людей во всех республиках бывшего Советского Союза, включая такие вот отдаленные, как Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, где, в общем-то, медицина никогда не была на особо высоком уровне, она подсасывала знания из российской медицины, из европейской медицины. На сегодняшний день там тоже люди живут намного длиннее. Дольше. Ну, жизнь смотрите. У них более длинная. Здесь трудно, я понимаю, что ты не... Да, сложно говорить на сегодняшний день. Я понимаю, что ты не самый большой специалист в мире по части продолжительности жизни. Я понимаю, что я от тебя требую, может быть, больше, чем ты способна дать. Но, может быть, ты все-таки знаешь ответ на этот вопрос. При всем том... продолжительность жизни в Советском Союзе во всех ее уголках, его уголках увеличилась. Смотри, мы наблюдаем, что во всех странах мира существуют долгожители. Те, которые живут за 100 лет. И 104, и 110, и 112. Мы знаем даже таких, которые жили до 120 лет. Это особенная какая-то генетика, особенное устройство нервной системы. Это очень отдельные люди, которых надо изучать, почему у них так работает их организм, почему вот так. Мне кажется, что все равно изменение социальных условий жизни, конечно, повышает продолжительность жизни. С одной стороны, в Советском Союзе за последние 30 лет вот эта нестабильность и неуверенность в жизни, она должна была понизить, в общем-то. Ну, смотри, изменение качества питания, изменение качества лечения, изменение препаратов, которыми пользуются для лечения, изменение технологических возможностей, расширение технологических возможностей диагностики и так далее. Все равно это в общей массе приводит к тому, что мы видим, что есть динамика положительная. Да. Я, кстати говоря, был уверен до недавнего времени, до нашего с тобой сейчас разговора, что главным фактором, который повлиял на увеличение продолжительности жизни, есть социальное обеспечение человека. Если раньше человек, достигая какого-то возраста, в котором он уже не мог себя прокормить, он просто ложился и умирал, и никто за ним не ухаживал, и никто его не кормил, и дети на него махали рукой и уезжали в город, допустим, из той деревни, в которой он жил, то он не мог себя ни кормить, ни существовать, он в конечном счете заболевал и умирал. Сегодня мы достигаем пенсионного возраста, нам положена какая-то пенсия, пусть она недостаточная, она минимальная, она не позволяет нам красиво жить и ездить по всему миру, но она позволяет нам жить, не умирать. То есть у нас есть уверенность в том, что завтрашний день перед нами открыт, мы будем жить, мы будем, может быть, не так хорошо жить, как жили в 18 лет, но мы будем жить, и это дает нам возможность смотреть в будущее. В этом я был уверен до нашего с тобой разговора. А сейчас я начинаю задумываться. Ну, наверное, просто человек, который стал на какую-то тропу, в конце которой он должен достичь какого-то результата. Он просто обязан пользоваться абсолютно всеми инструментами, которые повышают качество его здоровья и качество его жизни. Конечно. Это и социальное обеспечение, это,
это психологическая атмосфера, это правильное питание. Кто сказал, что сегодня питание лучше? Это правильное лучше? Эмоциональное отношение к жизни. То есть такая философия жизни. В первую конечно, очередь, это да. Очень важно. И вот эту философию создается. Она не исключает того, что подводит как бы человека. То есть у нас много заболеваний возникает из вот этого перетекающего, из психосоматика. То есть сначала идет нагрузка психологическая, а потом невозможность на тело. Справиться, а потом это происходит. А потом да, это потом отражается на тело, да. На нашу физическую систему здоровья. Но нам важно сохранить здоровье таким, чтобы оно было, чтобы наша старость была комфортной, чтобы мы продолжали активно жить. Даже если жить, она некомфортна, да. Если есть уверенность в том, что я не умру от голода, это уже дает мне возможность жить да, долго. Да, мы говорим я о том, что наоборот, даже избыток питания может привести к другим нарушениям. Другим нарушениям, да, оно приводит к другим нарушениям. Да, но при этом, продолжительность жизни во всем мире у нас увеличивается. Увеличивается не потому, что у нас питание более качественное, а потому что у нас есть уверенность, что мы не умрем с голода. Питание смотри, на самом деле не стало качественнее, стало менее качественное. По-разному. По возможности. Ну, скажем так, что я вспоминаю этот замечательный... Мы столько с тобой затрагиваем массу таких моментов, за которые может потянуть и разматывать этот клубок до бесконечности. Вот, конечно, на сегодняшний день у нас гораздо больше инструментов помощи человечеству. Человеку, да. Вот, это радует, конечно же, но это не исключает и того, что мы говорим о банальных вещах, которые были известны издавна, что человек, который не отдыхает, который не умеет... Я попрошу слово по поводу, вот ты сказала, произнесла слово «не отдыхает», я попрошу несколько минут внимания, но пока ты продолжай. Человек, который не отдыхает... Да, который накапливает эту хроническую усталость. Когда перестают вырабатываться в достаточном количестве эндорфины, которые гормоны радости, когда человек переходит как бы вот эту грань запредельного торможения его нервной системы, когда он неадекватно уже отвечает на какие-то вызовы своей жизни и впадает или в депрессию и так далее, мы говорим о том, что это ведет к заболеваниям, то есть психосоматика. Да, очень важная часть да, поэтому здоровья. Поэтому как можно больше нужно уделять внимание, развивать какие-то хобби, какие-то интересы. Надо жизнь делать свою более красочной, более эмоциональной, для того, чтобы она была раскрашена всеми цветами доступными, которые возможны получить в этой жизни положительные результаты. Помнишь, что я сказал, он должен использоваться, пользоваться всеми инструментами. Абсолютно. Всеми да. инструментами для и того, здесь, чтобы достичь той да, цели, которую он поставил. Совершенно верно. И здесь очень важно и музыка, и танцы, и море, и солнце. В Израиле, кстати, для продолжительности, для увеличения продолжительной жизни условия, есть конечно, все. У нас есть все, да. Рай на земле. Ольга, ты знаешь, что нам осталось 5 минут, максимум, меньше. Я хочу включиться в этот разговор с одной маленькой-маленькой темой. Энергетика работы человека и иммунной системы. Ты знаешь, что любой орган для того, чтобы функционировать, ему требуется энергия. Независимо от того, что конечно, это за орган. Конечно. Да. Есть 5 органов в теле человека, которые работают нон-стоп, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 и так далее. Это сердце, легкие, мозг, почки и печень. Да? 5 органов. Для их беспрерывной работы необходимо так много энергии, что если у человека есть дефицит энергии, то он просто всем остальным органам не додает. На этом основана китайская медицина, вообще восточная медицина понятие, да? Вот. Ты знаешь, я просто говорю о элементарной физиологии человека. Совершенно не связан. Я был в Китае, и я знаю, что в университете в Китае на медицинском факультете изучают ту же физиологию, которую ты изучала в своем медицинском институте. Безусловно. И ту же анатомию, безусловно, которую ты изучала. Безусловно. Да, там есть дополнительное, связанное что-то с китайской медициной, но... В общем-то, врачи в Китае, они такие же врачи, как и в Израиле, как в России, как в Соединенных Штатах. Они такие же
на той же дисциплине медицинской воспитаны. И я сейчас рассказываю о том, что если 5 органов, которые работают нон-стоп, забирают всю энергию, которая есть в человеке, и у человека появляется дефицит энергии для других не столь важных органов, для, например, для глаз, то глаза будут страдать от этого, и зрение будет ухудшаться. Например, самый большой орган нашего организма – кожа, да? Сосуды. Если энергии внутри человека в этом аккумуляторе энергетическом не хватает для того, чтобы обеспечить питание энергией, энергетическое питание кожи или сосудов, то кожа будет стареть элементарно, она будет деградировать, сосуды будут ухудшать свое качество, качество тканей будет ухудшаться. Это, в общем-то, старость. И иммунная система, которая не доберет энергии, которой не хватит энергии, она не сможет функционировать. Вот почему очень важно иметь то время, когда 5 органов работают с минимальной мощностью, когда у них, когда они потребляют мизерное количество энергии, тогда когда они энергия, могут накапливать энергию. Когда они могут делиться энергией с иммунной системой и другими органами. Это время сна. Совершенно верно. Поэтому сон – это является один из самых мощных иммуностимуляторов. У нас осталась минута до завершения. Спасибо большое, Ольга. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо большое, слушатели, за ваше терпение к нам. Да. И хочется пожелать, чтобы вы бережно относились к своему здоровью и пользовались всеми благами жизни для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии. Будьте здоровы все. До свидания. Спасибо, Ольга. Будьте здоровы. Дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.